Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 24 вересня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Давайте нашу розмову розпочнемо з повідомлення про те, що пів на третю нешвидкісна повітряна ціль на межі Київської та Житомирської областей перетнула державний кордон з території Білорусі і пішла південним курсом. Це стало причиною повітряної тривоги в Києві та Київській області, повідомлення від повітряних сил. За інформацією білоруського гаюна, це учбово-бойовий літак Як-130. Також повідомляється, що наша авіація в небі контролює повітряний простір. Романе Григоровичу, що це було? Ну, может быть, Лукашенко попытался научиться летать на Як-130, потерял ориентировку и пошел южным курсом. Не исключает такой возможности. Учебно-тренировочный самолет Як-130. Российские производства, итальяно-российское. Они начинали это производство в свое время, вернее, не производство таковое, а планирование этого самолета. Потом разошлись, и россияне, итальянцы себе создали примерно такой же самый самолет, россияне себе создали. Это примерно следующий шаг в модернизации Альфа-Джет, если можно сказать. Это есть лет 50 этому самолету Альфа-Джет. Вот на этом, кстати, самолет, это французско-немецкий самолет Альфа-Джет, учебно-тренировочный штурмовик, в том числе учебно-боевой. Он как и штурмовик, и как учебно-тренировочный может использоваться. Сейчас наши ребята, наши летчики на Альфа-Джете летают во Франции. Или уже заканчивают и дальше будут продолжать на F-16. Так вот, примерно Як-130 – это следующий шаг от Альфа-Джет. Такая же компоновка, примерно такой же самолет, примерно такие же два двигателя, чуть усовершенствованнее. Но это учебно-боевая машина. То есть на ней хорошо обучать летчиков для дальнейшего переучивания их, допустим, уже на серьезные машины. Начиная от Су-35, Су-30 и заканчивать тем же F-16 и F-22. То есть, по большому счету, он такой многофункциональный. И этот самолет, после того, как его произвели, его больше 200 сейчас произведено, этих машин, они расползлись по всему миру, больше 10 стран их имеют, включая и Иран. Россияне Ирану даже поставили Як-130 для подготовки летного состава, уже для поставки Су-35 своих. То есть машина неплохая, отличная машина, она пришла на замену Л-39 чешским с нашим украинским двигателем Л-39. Основная была машина, несколько десятков лет на ней учились, и я на ней учил в свое время, курсант учился, и курсанта учил летать. А вот на, ну, уже устаревшая, конечно, модель, и тем более там запорожский двигатель, АИ-25ТЛ стоит. Россиянам, естественно, это уже, ну, особенно после начала войны, с 2014 года, они уж точно запорожских движков не увидят на эти елки, потому они произвели этот Як-130. Еще раз повторюсь, неплохая машина, учебно-тренировочная, и ее, ну, ее в основном используют для выполнения учебно-тренировочных полетов. Если это могли быть, начиная от... Ну, не будем трогать Лукашенко, уже ладно, пусть там со своей картошкой разбирается. А вот если это могли быть, допустим, летчики, летчик-курсант, которые просто заблудились. Есть такой механизм, могли заблудиться при выполнении тренировочного полета. Хотя прямой курс, допустим, на юг, ну, сложно, потому что по определенным действиям они должны были стать в правую коробочку и... или в левую, в зависимости от задачи, минутную коробочку, так называемую, и летать по квадрату, минутному квадрату в одну сторону. И тогда, в принципе, должны были бы вывести на них пару или самолет-перехватчик и посадить. Это если потеряли ориентировку или связь, то есть в таком режиме. А если самолет непосредственно ушел на юг, особенно с Беларуси пошел на юг, вариант есть еще, что это угнали самолет нам. Либо наша разведка, либо белорусы, кто-то из них уже ушел в нашу сторону. Это возможно. То есть это, ну, сейчас мы не знаем, сколько записываем полчаса всего от этой информации. То есть полного расклада пока нет. Но варианты такие есть. Либо заблудился кто-то из курсантов, либо отказ системы позиционирования и радиосвязи. Либо действительно отработала наша разведка, и мы сейчас получим Як-130. Это варианты, я набрасываю специально, какие могут быть
Ну, а дальше посмотрим. Я думаю, в течение дня уже будет реальная информация по этому самолету. А як якась версія розвідувальна, от така ви відкидаєте, так? Чи немає сенсу вона взагалі? Однозначно. Дело в том, что какая разведывательная? Во-первых, намного есть лучше механизмы разведки, а тем более, раз засекли наша противовоздушная оборона и не сбила его, а пропустила, версия того, что он либо заблудился и с обозначением этого или с отказом радиосвязи, либо это реально сейчас мы будем чуть позже говорить об угоне самолета, Як-130-го, механізми різні, починаючи від роботи нашої розвідки, якоїсь із наших розвідок, ми ж вже отримали Мі-8 приблизно в такому ж режимі, або це вже ініціатива тих же партизан білоруських, не виключаю цю ініціативу, тобто і вони могли виконати такого роду задачу, ще раз повторюю, в течение дня це буде понятно. Так, якщо ще з'являться подробиці під час ефіру, ми їх обов'язково проговоримо. Але давайте, якщо ми вже торкнулися теми Білорусі, президент Білорусі Лукашенко заявив, що країні треба готуватись до війни. При цьому він зазначив, що поки що не бачить тенденцій до розв'язання конфлікту. Він каже, що на початку березня Білорусь розгорнула додаткові військові частини на кордоні з Україною. Рада безпеки пояснила цей захід адекватним реагуванням на те, що складається. Як ви протактували б ось ці заяви Лукашенка? Ну, це знову ж таки те, що ми вже чули неодноразово. Ничего нового, абсолютно. То есть он обозначает какие-то свою позицию по участию и не более того. То есть по участию в войне против Украины. То есть обозначается в основном для Путина, ну и для, естественно, внутреннего потребления. Поддерживает на определенном уровне боевую подготовку, ну и состояние вооруженных сил. Не более того, ничего нового абсолютно это не несет. Роне Григоровичу, президент Чехії Петро Павел заявив про те, що Україна має погодитися з тим, що деякі території можуть лишитися під контролем Російської Федерації, по крайній мірі, тимчасово. З вашої точки зору, що стоїть за цією заявою, враховуючи, що говорити про те, що Петро Павел так є якимось там непроукраїнським, ми не можемо, і це невірно, тому що ми пам'ятаємо, як він збирав по всьому світу боєприпаси для України. Тобто тут він говорить про що? Про реальне положення України, в якому ми можемо опинитися, чи тут якісь внутрішні інтереси Чехії? Ну, варианта три. Давайте все три варианта проговорим. Первый вариант, понимая, что это президент, бывший военный, тем более генерал натовский, он может участвовать в каком-то ИПСО, информационно-психологической спецоперации, которую мы уже видели, это участие вот перед Курской операцией наших войск. Мы слышали все эти предложения от всех сразу, все нам предлагали сдаваться, сворачиваться и так далее и тому подобное. Потом наши войска зашли на российскую территорию, до сих пор удерживают позиции, еще и расширяются. Это может быть следующий этап этого ИПСО. То есть опять предложение все сдать, закончить и так далее и тому подобное. А в ближайшее время могут наши войска двинуться в сторону Васильевки и потом освободить Запорожскую атомную станцию. Это я так навскидку говорю, один из вариантов. Могут форсировать Днепр, пойти на Крым, могут зайти в Авдеевку, то есть с Константиновки на Авдеевку, зайти в Донецк. Это вот наброски тех моментов, которые технически возможны в ближайшее время, или там, допустим, зайти на Пологи и пересечь железнодорожные ветку в районе того же, восточнее Токмака. Все это возможно. То есть, и тогда это просто ИПСО, в которую включен генерал натовский. Ну, бывший, по крайней мере, сами понимаете, бывших генералов не бывает в этом смысле. То есть ИПСО было бы неплохое, мы уже видели результаты этого ИПСО. Россияне на расслабоне расслабились, и мы тут им здрасте, мы из Украины, добрый вечер, мы из Украины зашли на Курскую, в Курскую область. Это один вариант. Второй вариант – это труба российская, это все-таки нефть. Чем здесь нефть показательна? Российская сейчас труба, нефтяной поток «Дружба», она заходит в Мозырь, основная труба идет в Мозырь. В Мозыре раздваивается на два потока. Один идет на Польшу, к Дуде, а потом в Германию, к Шольцу. Тоже иногда такие у них видения есть, подыграть Путину, мы же видим это. И южная часть трубы идет через Украину, а здесь уже, естественно, наши канцелярские товарищи управляют этим процессом. Мы качаем нефть
в российскую нефть с Мозыря через Украину качаем за долю малую, скорее всего, для страны, и за долю немалую для канцелярских крыс. Качаем в Венгрию на Орбана, а дальше в Словакию и в Чехию. Это как раз Южный поток. Венгрия, Словакия, Чехия. Всегда газовая и нефтяная торговля была прерогативой президента. Ну вот, который президент страны, через которую идет эта труба, вот он как-то управляет этим процессом. Кто-то для собственного удовольствия качает, кто-то для наполнения бюджета, кто-то и там, и там. Потому это второй вариант, который может быть, потому что, ну вот, последнее время почему-то как раз эти пять президентов, пять, и наши канцелярские товарищи иногда прогибаются под Путина. Фицо, Павел, вот сейчас мы начинаем слышать, до этого Орбан, ну и Дуда с Шольцем, иногда мы видим, как они иногда что-то подыхают. То есть есть это второй вариант. Ну а реально от такие предложения, допустим, от Чеха слышать, это уже не третий вариант, это такая краткий экскурс. С чего началась, ну, одна из причин начала, допустим, Второй мировой войны? Судеты. В Судетской области Чехии тогда жили немцы, судетские немцы, так называемые. В 1938 году судетские немцы почему-то вспомнили, что это исконно немецкая территория. И немцы позвали уже в Германию фашистскую их оттуда высвободить. Ну, естественно, немцы уже Германия. Эти судеты тогда аннексировала с разрешения, ну не с разрешения, а с принятия решений Британии, Италии и Франции. По-моему, Мюнхенский договор это был. 1938 год, после того, как дали возможность немецким фашистам захватить судеты, Чехии, а что могли они сделать? Ну вот судеты, вот судетские немцы. Им сказали чехи в свое время, чемодан вокзал России, ну вернее, чемодан вокзал Германия. Не сложилось, позвали они немцев в Чехословакию. Потеряли чехи тогда судеты. И оттуда практически началась Вторая мировая. Почему? Потому что, ну, Гитлеру понравилось. Раздают ему территории практически, отдают, предлагают, как Павел сейчас, чех, предлагает оставить территории Путину, там, что мы их там потеряем, неважно на какое время. Судеты они тоже на определенное время потеряли. Чем закончилась вся эта судетская история? В конце концов, началась Вторая мировая, потеряли десятки миллионов жизней европейцы, в том числе чехи, чехи также. После того, как успокоили того же Гитлера, успокоили уже фашистскую Германию, куда делись судетские немцы, угадайте с трех раз. Собрали чемоданы и поехали в Германию. Ну, то есть, выполнили вот такого рода задачу. Так вот, для чего еще раз по кругу запускать такой же самый процесс с Донбассом и Крымом? Да, там были определенные заброды российские, которые в 2014 году позвали Россию. То есть один в один отыграли этот судетский вариант. Позвали Россию, пришли российские военные, вот мы уже 11-й год с ними воюем, в конце концов. Ну, чем закончится? Закончится эта тема. Ну, уж точно не сдача нашей территории, потому что по кругу на Третью мировую войну мы точно не согласны. Да и чехи тоже согласны не будут, и вся Европа, естественно, согласна не будет. Никто ничего, ни одного квадратного метра россиянам сдавать не будет, чтобы дальше россиянам не захотелось, как Гитлеру, двигаться дальше, с захватом в том числе и Европы. Потому отыграем мы эту нашу уже скрипку, уничтожим российскую армию, выйдем на границы 91 года, развалим Российскую империю. Угадайте с трех раз, куда денутся те россияне, заброды, которые жили в Украине и позвали Россию к себе, в Крым, на Донбасс. Будет то же самое, что и с судетскими немцами. Чемодан, вокзал, Россия. То, что мы им предлагали в 2014 году. Хотите в России жить? Вопросов нет, никто не держит. Собрались на вокзал, поехали в Россию. Вот будет то же самое, как с судетскими и силезскими немцами в том числе. Там же не только Судеты, там еще Силезия рядом потопталась в свое время. Потому этот вопрос будет вот так решаться. Россияне, тем более уже россияне, даже не только же там немцы когда-то в 1945 году, в 1946,
А уже и россияне показали, как это делается. То есть они зашли на территорию в свое время Харьковской области, вспоминайте, на Харьковщину они зашли на правый берег Херсонской области. Как они оттуда убегали? Они собрали весь этот российский сброд, который звал россиян к себе. И так как пылесос отсосали их и выплюнули за Урал, примерно так. То есть они почистили Украину. А так можно было сделать то же самое на старте. Ну, собрали чемоданы, едьте в свою Россию. А так получается, без жилья, без денег, без ничего, те потеряли практически все. Их сейчас выплюнули туда, где-то за Урал, будут боевых комарей украинских там кормить. Они же там боевых комарей нашли. То есть вот примерно слепок этих двух событий, которые были в 1938 году в Чехии и которые предложил сейчас Петр Павел. Ну, то есть это не складывается. Вот кто-кто, ну, чех бы точно этого не предлагал просто так. Потому, я думаю, это все-таки что-то типа ИПСО. Посмотрим, в ближайшее время, если начнутся еще несколько таких операций, как по Курщине, то это тогда ИПСО, который участвует. Боевой генерал натовський подыгрывает нам, конечно, нашим вооруженным силам. Романе Григорович, хотілося б, звичайно, вірити, сподіватися на це. А скажіть, будь ласка, якщо ми тоді розглядаємо цю версію ІПСО, так і про можливий новий якийсь ривок, чи можна тоді апелювати до заяви президента, пам'ятаєте, про 14 бригад, про те, що вони у нас є, так, але вони не укомплектовані, тому що немає озброєння? Ну, це теж може бути ІПСО. Ну, у нас може бути більше бригад. Может быть, меньше бригад, они могут быть укомплектованы, а могут быть не укомплектованы. Сейчас поехали за комплектацией для того, чтобы дать бригадам за неделю-полторы можно укомплектовать, по большому счету, если будет принято решение. Вот вам 10 бригад, которые двинутся, допустим, на Запорожскую атомную, допустим, в сторону Крыма, в квартиру Днепра, там на Олежке, на Крынке. Допустим, там на Пологии, в Донецк, в Горловку или с Угледара вообще в сторону Волновахи на Мариуполь. Это может быть что угодно. То есть механизмов очень много, тем более у нас еще открыто направление в страну непуганных идиотов в сторону Москвы. Это на Брянск, на Белгород. Белгород вот после захода на Курщину надо уже решать также вопросы с Белгородом. Почему? Потому что надо прикрывать Харьков. Это очень важно. Прикрыть Харьков, создать определенную зону безопасности, такая, как сейчас перед Сумами создана. 25-30 километров стартовать. Реально, конечно, Харькову километров 50 надо. Это практически под Белгород подходить. То есть вариантов может множество быть. Механизмов тоже может быть множество. А потому не исключаю возможности, что это вообще мы сейчас слышим вот такое серьезное ИПСО. Для чего оно направлено? Для того, чтобы аналитические центры, российские военные аналитические центры, у них дым из мозгов пошел, там и у них у некоторых есть мозги. А вот когда идет такой белый шум, одни с планом победы носятся, а вторые, допустим, говорят о сдаче украинских территорий, то там у аналитиков такое... проблема, что ложить в аналитические записки, то есть что именно вкладывать. Этот белый шум, в конце концов, приводит к дезорганизации, дезориентации противника, а дальше уже выполняются боевые действия. Мы их видели по Курщине. Кто сказал, что у нас одна операция готовилась? Она могла готовиться и две операции, и три, и четыре, то есть никто ее не запретил этого делать. Романе Григоровичу, президент Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки заявив, що ми близькі до кінця війни і закликав союзників зміцнити армію України, бо лише із сильної позиції Україна може підштовхнути Путіна до того, щоб зупинити війну. У Кремлі відповіли, Пісков сказав, що лише на умовах Путіна. А Андрій Єрмак підтвердив, що в цьому плані, який презентуватиме Володимир Зеленський, буде пункт про те, що ми хочемо отримати запрошення до НАТО. От так, чи близькі ми до кінця війни тоді, а як? Ну, однозначно, во-первых, остановить боевые действия – это не значит остановить войну. Остановка боевых действий, она приведет, в конце концов, к капитуляции Украины, к потере наших территорий и судетскому варианту. Мы только сейчас с вами его проговорим. Через определенное время начнется Третья мировая, когда россияне подготовятся и двинутся дальше на Европу. Естественно, сомнут Украину, там уже их не удержат. Ну, просто нечем будет удержать. То есть такой вариант, уж точно никто рассматривать не будет. Почему? Потому что он просматривается слишком явно, если у кого-то из наших руководителей в голове сдать наши территории, то есть остановить боевые действия с передачей наших территорий, или, по крайней мере, с возвратом наших территорий
из-под российской оккупации, так они долго не проживут. Почему? Потому что сейчас, на данный момент, в военное время, они будут считаться уже противниками нашими, врагами. Их просто пристрелят рядом стоящий любой военнослужащий, который давал присягу народу Украины сохранять суверенитет, территориальную целостность. Если кто-то из руководителей будет препятствовать суверенитету и терять территориальную целостность, его просто пристрелят так, как как уже не одну сотню россиян отминусовали. Я не думаю, что кто-то из наших руководителей пойдет на такое действие, понимая, что они становятся в один ряд с российскими захватчиками. То есть это очень быстро произойдет и от любого военнослужащего рядом, даже включая своего охранника, если он военнослужащий, и давал присягу народу. Потому этот вариант можно сразу исключать. Значит, есть еще какой-то вариант, связанный, скорее всего, с усилением нашего военного влияния. То есть это только так это возможно. То есть не то, что остановить, выиграть в эту войну, уничтожить российскую армию быстро можно с увеличением поставок военной продукции разного уровня. Оптимальный вариант — запустить механизм ленд-лиза, то, что мы с вами проговаривали, 2 года говорить. В свое время, если бы у нас был ленд-лиз в 22 году, это практически неограниченный запас боевых средств для выполнения боевых задач, пусть он там с определенным возвратом по финансам, тем более после уничтожения российской армии россияне будут платить за ленд-лиз, даже если за него что-то платить. А это уже поток довольно-таки серьезный. Если просто откроется механизм ленд-лиза, российская армия не выдержит того количества боеприпасов и того количества военной техники, которое по ленд-лизу мы можем получить. Российская армия на данный момент точно не верит. Через 3-5 лет выдержит, да, подготовится, а сейчас нет. Почему, в принципе, идет сейчас запрос? Дайте сейчас. Именно сейчас это, я больше скажу, это надо было в 22 году сделать. Тогда, к концу 22 года, мы восстановили свою территориальную целостность. В прошлом году это надо было сделать, передать. Ну, в 22 у нас был механизм ленд-лиза, в прошлом году можно было передать достаточное количество хотя бы ракет или самолетов, чтобы надавить на россиян. В этом году это тоже возможно. Надо запустить механизм ленд-лиза. Другого варианта здесь нет. То есть большое количество средств поражения мы кроме ленд-лиза никак не получим. Те определенные вливания, которые делаются европейскими и американскими правительствами, они не дадут быстрого разворачивания. Поэтому реально, допустим, быстро закончить победой на наши боевые действия против россиян возможно только с включением механизма ленд-лиза. Второй вопрос — это приглашение в НАТО. Нам нужен ядерный зонтик. Ядерный зонтик быстро мы можем получить, только вступив в НАТО, либо получив приглашение в НАТО с распространением этого ядерного зонтика. Нам надо восстанавливать свой ядерный статус. Это второе условие, допустим, быстрого окончания. Но слово «быстро» — это не завтра, послезавтра. Это возня где-то на несколько месяцев, это как минимум, но это возможно. То есть приглашение в НАТО, ядерный зонтик, бесполетная зона, ПВО натовское закрывает наши города и выполняем дальше зачистку нашей территории от россиян. То есть вот эти два условия, по большому счету, нам будет достаточно, чтобы выполнить задачу победы в этой войне в течение нескольких месяцев. Ну, до какой степени на это пойдет Белый дом, а здесь только Белый дом. То есть, по большому счету, вообще это решение Байдена может быть. Как быстро и пойдет ли на это Байден, ну, это одному Обамі известно, насколько я понимаю. Роман Григорович, говоримо про ситуацію на фронті. Вчора ми обговорювали детально ситуацію під Вугледаром. Вже сьогодні з'явилися подробиці, що росіяни вийшли на околиці Вугледару. І волонтер Стерненко пише про те, що він говорив з нашими оборонцями, і необхідно негайно ухвалювати рішення, спрямовані на збереження життя наших людей, що б'ються там у напівоточення. І кожна година зволікань може обійтися надто високою ціною. Це його повідомлення. Скажіть, будь ласка, ну тобто, чи можна говорити про те, що ми зволікаємо, чи ні? Знову ж таки, тому що, ну, військове ж командування так знає, але якщо така інформація виходить у публічний простір, то тоді чи дійсно це говорить про критичні ситуації? І скажіть, будь ласка, Харківська область також повідомляється про те, що між Куп'янським та Боровою також відбувається погіршення, що росіяни просунулися в сторони дороги, яка є основною так для нашої логістики. І якщо вони туди підтягнуть резерву, то тоді для нас будуть важкі складні наслідки. Чи це так? Погодитися з таким висновком?
И там, и там тяжелая, то есть, тяжелая ситуация у наших войск. В Угледаре россияне уже штурмовые группы заскакивали на восток Угледара, то есть уже заходили, их пришлось выбивать. Значит, они уже практически на границе Угледара находятся. Какое решение принимать по усилению этого направления или по выводу нашего гарнизона из угледарского позиции, это решать командирам оперативного уровня. То есть они понимают, какие у них есть силы, средства, резервы для выполнения или невыполнения задач. Если есть видение процессов, то есть увеличение, допустим, определенных средств поражения на угледарском направлении, можно удерживать. Угледар сам по себе — это господствующая высота, и по большому счету достаточное количество средств поражения даст возможность удерживать и дальше удерживать этот гарнизон. Если таких вариантов нет, надо отводить войска для того, чтобы они не попали в окружение. 72-я бригада – это та бригада, которая полтора года удерживала это направление, разбила два состава только 155-й бригады. Это помимо того, что там еще куча разных бригад была. Сейчас вот 40-ка как раз работает, это вторая бригада, тоже морской пехоты, 40-я бригада российская. 155-ю разбили несколько раз, они понабирали, это Владивостокская морской пехоты. Вот 40-ка сейчас пытается выдавить 72-ю бригаду нашу с востока Угледара. То есть эти процессы сейчас происходят, и еще раз повторюсь, здесь команду не увидно. Если есть возможность, даже если есть какой-то отложенный механизм, это тоже возможно. Вот если сейчас договорится наша делегация в Америке о передаче нам, допустим, кассетных боеприпасов, а туда кассетники, если завести, допустим, ну, несколько сотен ракет М-30 кассетных Каймерсов, они решат вопросы. По пехоте кассета отработает на раз, два, три. То есть там можно будет сразу отсечь все эти клешни, которые сейчас пытаются отсечь, окружить Угледар. Либо 155-й снаряд. Но здесь чуть посложнее, потому что Каймерсами отработать можно за 80 километров, а уже 155-м снарядом надо подтягивать артиллерию, выводить на позиции, а там их пивидронов довольно-таки большое количество. Потому механизмы есть. Вопрос, знает об этом, естественно, только Генштаб. Потому у нас где-то есть около недели времени, неделя времени, для того, чтобы, ну, проанализировать наши действия уже по этому направлению. Сейчас будет понятно, либо подвезут боеприпасы, мы отсечем эти клешни, либо надо принимать решение на выход. Ну а по направлению лимана Купянско-Лиманскому, там тоже сложнейшая ситуация. Опять тяжелые луки, оттуда зашло то подкрепление, те ресурсы, которые у них там были, в основном техника. И вот эту технику, когда россияне начали использовать, они продавили наши позиции по некоторым направлениям. А в основном это севернее и южнее Макеевки. Сейчас они Макеевку, это Луганская Макеевка. Мы практически сейчас уже, можно сказать, потеряли всю Луганскую область. То есть там был определенный кусок Луганской области, который мы контролировали по этому направлению. Сейчас россияне практически везде нас выдавили. Вот это в районе Луганской Макеевки, южнее, севернее, они пытаются выйти на Боровую, выйти на Оскол, и в принципе могут рассечь нашу группировку Оскольскую по левому берегу на два кластера, на Купянск-Узловой, это северное направление, и на Лиманское направление. По Лиману там еще устойчивая позиция, а вот уже по левому берегу Купянска и Купянска-Узлово там будет сложновато. Наверное, надо будет принимать решение на вывод наших войск слева на правый берег. Опять же, будет все зависеть от того, подойдут достаточное количество боеприпасов или нет. Туда достаточно будет, допустим, бросить несколько десятков тысяч 155-х снарядов кассетных. Также вопрос решит. С правого берега Оскола артиллерии можно отсечь эти все российские клинения, которые они сейчас проводят. То есть, ну, это надо, еще раз повторюсь, достаточное количество боеприпасов, за которыми, скорее всего, и поехала наша делегация в Білий. Романе Григоровичу, є хороші новини. Є повідомлення про те, що гурівці звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Заявили, що сьогодні повністю зачистили останню з 30 будівель заводу. Що нам це дає? Ну, сейчас поставимо на поток производства агрегатов, раз это агрегатный завод. Это уже, конечно, сарказм. Молодцы гуровцы. Это у меня положительные эмоции к ним, конечно. Ну, вот что значит, когда сколько уже, 20-й год об этом говорю, что значит профессиональная армия?
в ГУР отбирают профессионалов. Туда приходят не на полгода, не на год. Туда приходят профи служить десятки лет. Вот это называется профессиональная армия. Ну вот у нас ГУР есть, у нас еще несколько таких подразделений есть. Просто это показатель любительской армии и профессиональной армии. Главное управление разведки. У них есть несколько подразделений, которые выполняют практически, можно сказать, чуть ли не любую задачу. А только если они сами принимают решение, тут очень важно. То есть ГУР – это специфическое подразделение, специфическая спецслужба. Они сами должны принимать решения, исходя из своих возможностей. Потому их нельзя выстраивать какой-то в общий, так сказать, ставить в общий ряд. Вот такие точечные, они подготавливаются, там целый процесс идет, процесс подготовки, процесс сбора сил, средств, процесс внедрения, допустим, выполнения некоторых задач в тылу противника. То есть это потом на раз, два, три, это вроде как кажется, что там раз и все, и освободили агрегатный завод. А это такая серьезная, тяжелая профессиональная подготовка, сначала идет после этого выполнение задач. Поэтому если бы ГУРовцам еще отдали в подчинение силы спецопераций, то 3-й и 8-й полк, на базе которых, в принципе, силы спецопераций, это 3-й и 8-й полк спецназа, ГУРовского спецназа изначально. Потом их, эти два полка у ГУРа забрали, перевели в управление Генштаба и создали силы спецопераций. Так вернуть надо. Вот силы спецопераций должны быть в составе Главного управления разведки. Вот это было бы мощнейшее подразделение, и оно могло выполнять еще больше функций, задач и в тилу противника, ну, естественно, на лінії бойового. І традиційно требують запитання для вас підготувала. Чи погодитесь ви із заявою міністра оборони Рустама Умірова про те, що кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва? Ну, сложно спорить, для этого надо определенный допуск к секретным сведениям, которые вряд ли у нас будет, потому можно верить на слово, так сказать. Ну, раз говорит рядом стоящий с Министерством обороны человек гражданского вида, то, наверное, так оно и есть. Он же за свои слова, в принципе, должен отвечать. Хотя это может быть и ИПСО в том числе. Непонятно, правда, для кого. То есть оно, ИПСО, может быть, для внутреннего потребления. Но пусть будет так. Пусть будет так, что каждый второй. Опять же, смотря какой второй. Снаряд же снаряд рознь. 122-й, 152-й или 155-й, о чем мы говорим. Или аминия 82-й или 120-й. Либо о патронах, либо о снарядах, зенитках и так далее и тому подобное. Вот если смотреть на весь этот процесс, то вряд ли, чтобы там половина была наша. Почему? Потому что слишком большая номенклатура боеприпасов. А если половина была наша, то наши партнеры не сбивали в себе лапти, не Аладдин, а лапти настоящие, вычисляя, где можно еще купить для нас боеприпасы. Чому же Кремль наважитися на удары по критичных объектах ядерной энергетики Украины напередодні зимы? Однозначно может, только не по самим ядерным реакторам, ну это сложновато вообще выполнить, а вот допустим по распределителям, по повышающим трансформаторам, по линиям электропередачи, по механизмам фидеров однозначно может, то есть это технически это возможно, это даст определенный плюс россиянам, ну то есть они попытаются вырубить нашу энергетику, тут большой вопрос к тем товарищам из канцелярии, которые погрели руки на системе прикрытия этих объектов. Это же не только система ПВО. С ними надо было работать, их надо было прятать под землю, в бетон, ну и так далее и тому подобное. Если это случится, то этих товарищей надо сразу за Фаберже 17-гривневое вместе с резником вешать на фонарях, которые уже гореть не будут, потому что вот эта проблема большая в районе банков. То есть вопросы будут как раз к канцелярии и к тем канцелярским крысам, которые занимались системой обеспечения безопасности именно распределителей в районе атомных станций. Міражі 2000 можуть замінити наш фронтовий бомбардувальник Су-24? Повністю ні. Су-24 мощніше міража. То есть сам по себе Су-24, тим більше може нести велике кількість вооружений старых советских, «Мираж» этого не может. Но «Мираж» может выполнить определенную задачу, которую в полном объеме Су-24 не выполнит по разным причинам. Во-первых, у нас не так много этих самолетов, это раз, а больше мы их нигде не возьмем.
И второе, некоторые средства поражения, которые сейчас Су-24 забрасывает в качестве такой ступени разгонной и типа рогатки, это просто забрасывает. Те же Storm Shadow, те же скалпы, те же хаммеры, а он с ними работать не может. Он просто их разгоняет, поднимает на определенную высоту или какой-то точке доносит, сбрасывает, а дальше уже ракета сама думает, что делать. Или исходя из той информации, которая в нее заложена. А Мираж может с этими средствами поражения работать непосредственно. Во-первых, одна-две эскадрильи Миражей, это от 12 до 24 самолетов, увеличат боевую мощь. У нас, еще раз повторюсь, немного Су-24. Во-вторых, летчики смогут работать непосредственно с ракетами или с авиационными бомбами с воздуха, то есть корректировать полет, ну, участвовать в выборе цели. Роман Григорович, щиро дякую вам за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за детальний аналіз подій, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. За це вам безмежна подяка. Давайте подякуємо нашим глядачам, вони у нас активні. Я нагадую, друзі, підписуйтесь на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Ми читаємо і обираємо найцікавіші і ставимо обов'язково в ефірах нашим спікерам, і в тому числі Роману Григоровичу. Тому, друзі, будьте, будь ласка, активними, для нас це важливо. Ще раз дякую за увагу і зустрінемось завтра в ефірі. Роман Григорович буде вас чекати. Дякую. До свидания.